Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Всем привет и приветствую вас на канале Денчик Заценит. С вами, конечно же, Дэн. Если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся. Тебе не трудно, мне приятно, и запомни. Добрые дела всегда возвращаются. Посмотрим трейлер к комедии из Великобритании, Италии, США с Моникой Беллуччи, с Тони Коллетт. Вы узнаете, наверняка их узнаете, смотря этот трейлер. Называется «Мама комедия». Он будет про американскую домохозяйку, простую американскую домохозяйку, которая попадает в водоворот опасности и всяких разных страстей, когда выясняется, что ее итальянский дедушка умер и оставил ей в наследство свою мафиозную империю. Ну и под руководством советницы старого босса нашей домохозяйке предстоит открыть в себе внутреннюю крестную мать. Ну и стать у руля семейного бизнеса, конечно, и бросив вызов всем окружающим ожиданиям, плюс своим ожиданиям. Кто кушает, приятного аппетита, кто смотрит, приятного просмотра, мы, конечно же, поехали. 16+. Ну, я так и думал. У меня ужасная весть. Ваш дедушка умер. Да я его даже не знала. Я должна завтра лететь в Рим, чтобы утрясать его дела. А мне надо срочно спасать свой брак. Кристин? Вот время и почешешь похоть. Я приземлилась в Италии. Колоссиум. Ой, что, где он? Можно вернуться? Мы едем на похороны. А кем работал мой дедушка? Что здесь происходит? Я. Исполни мое последнее желание. Стань новой главой семьи Бальбано. У меня полно домашних забот. Сын пошел в колледж, муж мне изменяет. Хотите, я разберусь? Нет! Нет. Нет, не надо. Нам нужен кто-то хладнокровный, скромный, соображалкой. Вы назвали меня жалкой. Мы ведем войну с нашими врагами, с семьей Романо. Мы должны убить Романо, иначе они убьют нас. Все как в «Крестном отце». Ах, жаль, я не смотрела этот фильм. Ну что вы стоите? Ну да, фильм тихо, идет целых 3,5 часа. Кто поверит в нашу силу, если она вот такая? Вы похожи на библиотекаршу. Нашла красавчика итальянца. Он меня так истязал. Что было так здорово? Вы босс. Нет, я... Босс решает все проблемы. Я испекла кексы. Я устала от войны. Моя семья устала от войны. Боже мой, турагент не врала. Можно мне еще шарик? С ним надо кончать, как с тобой, что ли? Или как с их жардин? Прошу вас, я все еще словно в потемках. Нет, это я образно. Взял лампу, включил, молодец, красавчик. Знаете, если честно, мне кажется, что ожидается быть очень-очень хорошая комедия. Мне понравился приколиться. Что будут думать мафиозники, когда увидят вот такую вот крестную мать, да? Не подумают, или она реально ебанутая, или она реально ебанутая, и с ней дела имеет плохо. И согласитесь, что Моника Беллуччи просто шикарная милфа. Она в свои года выглядит просто бесподобно. Это что-то. Мне правда очень сильно нравится. Молодец. Женщина молодец. И Тони Коллетт молодец. Особенно она мне понравилась, когда она сыграла роль в реинкарнации. Это было тоже что-то. Хорошая игра, мне понравилась. Актрисы просто суперские. Вот реально... Подобрали просто суперских актрис. Мне фильм явно понравится. Я надеюсь, что они не собрали все самые крутые, все самые прикольные шутки в этот трейлер. Трейлер выглядит круто. И вот напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но мне кажется, что трейлер выглядит просто бесподобно. Молодцы, молодцы. Будет очень хороший фильмец. И, в принципе, выйдет он довольно-таки скоро, 11 мая. Это...
Смотрибельно, это будет смотрибельно, поэтому насчет детей я не знаю, но берите друзей, вторую половинку и спокойно можете идти в кинотеатр, смотреть. И я думаю, что те мужчины, парни, которые посмотрели, увидели Монику, сразу поняли, что ну как тут не посмотреть этот фильмец, только ради Моники можно посмотреть. Я думаю, это будет круто. И тот момент, когда я испекла кексики, я не знаю, мне понравился, блин, реально Моника ходячий кекс. Моника ходячий кекс. Это намеки, это, ребят, это намеки, понимаете? Это она вас так зовет смотреть фильм с ней. Так что я думаю, что героиня, наверное, максимально приятной внешности и мимики, по мне так, по крайней мере, кажется. Может быть, ты, конечно, так не думаешь. Можешь написать в комментариях, если ты так не думаешь. И я надеюсь, что они снимутся еще в хороших фильмах. Они этого достойны. И... блин. Старая школа. Старая школа в новом свете выглядит просто шикарно. Если понравился видосик, ставь лайкосик. Если не понравился, ставь дизлайк. Напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого фильма. Нажимай колокольчик, чтобы не потерять. Ну и, конечно же, до будущих встреч.